друзья, приветствуем всех на канале Неправильный отдых. Хотели вам показать очередное чудо — морскую гусеницу Ипсалем. Мы сейчас плавали среди кораллов, среди рифов, и оказывается, в море тоже есть гусеница. Давайте посмотрим. Смотрите, он очень большой, он где-то сантиметров 30-40 длиной. У него какие-то острые шипы по всему телу. И есть подозрение, что, наверное, он ядовитый. То есть вот эти впереди щупальца, они очень похожи у него, как вот эти актинии. То есть у такого червяка наверняка есть какие-то способы защиты от хищника. Вот. Одни из них видно, это вот эти острые шипы по краям у него. Но я лично не сомневаюсь, что он ядовитый. У него размер, смотрите. То есть вот у меня рука, да? А, ну здесь так непонятно. То есть он примерно две моих ладони, если вот так вот прикладывать. Давайте его перевернем, посмотрим у него. Вот, смотрите, у него на животе, видите, ножки такие. Вы знали, что в море живут гусеницы? Здесь смотрите, какой вот, не знаю, вам здесь видно, нет? Какие у него острые шипы из тела вылазят. Я думаю, даже если в перчатке его взять, он проткнет перчатку и вот это какой-нибудь ядовитой слизью туда в ранку попадет. Ну вот, очередное чудо сегодня было на канале «Неправильный отдых в Таиланде». Давайте будем его отпускать. Давай вот здесь, чтобы еще видно было. Если вам понравился Ипсалем, ставим пальчики кверху.